Митинг «За чистое небо», возможно, снова пройдет в Красноярске уже в декабре. Об этом рассказал организатор Андрей Сковородников. Он уверяет, после того, как в Красноярске вновь ввели режим неблагоприятных метеоусловий, к нему стали обращаться горожане с предложением выйти на новый митинг. Плюс, по мнению организаторов, исполнение резолюции прошлого митинга, который случился в марте, идет вяло текущими темпами. Не исключено, что на этот раз в декабре придет уже вдвое больше людей. А возможно, даже откликнется краевая и городская власть. Мы сразу говорим, что это митинг у нас не позиционный, не за, не против кого-то, он за чистое небо. Поэтому, если кто-то вплоть до губернатора хочет прийти и рассказать о том, как он видит вопрос решения экологии, мы любому из вот этих людей дадим обязательно слово. До митинга хотелось бы услышать реакцию властей. Даже, честно говоря, на митинге хотелось бы, чтобы кто-то выступил и взял на себя просто обязательства либо от краевых властей, либо от городских, но прямо перед людьми.